Всем привет! В сегодняшнем видео мы вам покажем с Миланой пекинскую краснокочанную капусту. Это гибрид от компании Kitano, которая называется KS888. Я уже показывал вам эту капусту, снимал ролик еще до Нового года. Сегодня у нас 13 февраля, и вот с погреба мы достали последних два кочана этой капусты. Один вот большой. Попробуй, Милан, сколько она второй весит? Второй маленький. Как ты думаешь, сколько он весит? 200. 200? Да. Ну, не 200. Где-то килограммчик этого качанчика. Угу. Этот грамм 500 маленький. Вот мы уже порезали. Посмотрите в тарелочку. Эту капусту. Покажи нам ложкой, Милан. Перемешай ее, какая она там будет. Так вот, 13 февраля, и она сохранилась хорошо. Эту мы используем, а этот кочанчик положим в холодильник. Я думаю, он еще будет лежать. Но, как видите, до середины февраля он прекрасно лежит. Да, Милан? Угу. Ты любишь салатики из пекинской капусты? Очень люблю. Очень. Они вкусные и полезные, да? А с чем ты больше всего их любишь кушать? С пюрешкой, с макаронами? С гречкой? С макаронами. С макаронами? Да. Давай сейчас приготовим салатик, который мы сегодня вечером скушаем. Угу. Кого мы угостим этим салатиком? Маму и бабушку. Маму и бабушку? И тебя. И меня ты угостишь? Ну давай я все ингредиенты сюда добавлю. Я уже сделаю все. Ты все сделаешь? Да. Я тоже хочу. Ну давай я посолю. Все остальное ты будешь делать. Угу. Давай. Немножко соли я взял. Все остальное я мешать даже буду сам. Дальше что? Добавим вот такие вот... Сколько? Прованские травы. Немножечко? Посыпь сверху чуть-чуть. Сколько? Вот так по всей тарелке сыпь. Там их чуть-чуть осталось. Не сыпется. Не, чуть-чуть сыпется, видишь? Ой. Я думаю, хватит нам такого количества. Дальше. И я полью маслом оливковым. Тоже его так чуть-чуть. Теперь много надо, не надо размешать. Размешай. Хорошо размешивай. Прям со дна бери капусту и размешивай. Мне вкусно пахнет. Вкусно пахнет? Угу. Она похожа на Давай, банан. Смотри, Милан. Она на банан. Запах похожа. Банана? Смотри, вот так не, вот так на мешает. Банан похоже. Похоже на банан. Интересно. Перемешивай. В общем, мы любим кушать такую капусту. На следующий год мы будем ее сажать. Советуем и вам посадить ее. Потому что она очень полезная, очень вкусная. Какие-то Миланы игрушки там пикают, да? Угу. Ну, вот этой порции нам вдвоем только с Миланой угу. покушать, да? Угу. Поэтому бабушке и маме мы дорежем вот эту капусту. Да. Сажайте и вы эту капусту. Она очень угу. полезная и очень вкусная. Всем пока! Пока!